Пара слов о пиаре и мой любимый анекдот об этом деле, о пиар-деле. Ну, все знают анекдот про хомячка, чем он лучше мышки. Пиар, типа, у хомячка лучше, поэтому он и лучше, чем мышка. Это все знают, я не буду рассказывать. Другой анекдот. Прибегает пиарщик к директору лесопрокатного, там, лесодобывающего, вернее, металлопрокатного завода. И кричит там, что у нас происходит вообще там? На проходной ОМОН, все сотрудники увольняются, сисадмин отключил сервер, ничего не понятно вообще. Господин директор, объясните, вообще, скажите, что у нас происходит на заводе? Пиарщик вообще вот просто, вот у него дым из ушей, он приехал вчера из отпуска и умоляет призвать директора к ответу. Директор говорит, спокойно, спокойно. Спокойно, мой пиарщик, сейчас я тебе все объясню. И тут пиарщик говорит, не надо, я вам сам сейчас все объясню. Вы мне скажите, что реально происходит. А вы какие знаете анекдоты у пиарщиков? Что-нибудь из свеженького можете рассказать? Подкиньте ссылок. Спасибо.